Во Дворце культуры прошел открытый фестиваль-конкурс детских хоров «Звонкие голоса». За звание лучшего хорового коллектива поборолись учащиеся музыкальных школ со всего округа. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Фестиваль открыл сводный концертный хор городского округа Люберцы, исполнив песню композитора Георгия Струве «Учитель музыки». Произведение выбрано не случайно. Конкурс посвящен Году педагога и наставника России. Жюри оценивало участников по уровню исполнительского мастерства, чистоте интонации, эмоциональности. Победителей определили в разных возрастных категориях. Детей нужно поддерживать всегда. Надо давать детям работать нормально, по-настоящему. Не сокращать, как сейчас сокращаются часы, а давать. Георгий Александрович Струва в свое время говорил, 3 раза в неделю – это необходимость для коллектива. Наши дети поющие, наша страна поющая. А ведь пение совместное – это и совместная дружба, это и совместное отношение друг к другу. Каждому человеку. Это так сейчас нам необходимо. В этом году конкурс охватил более 500 детей от 7 до 17 лет. Фестиваль хорового пения дает возможность каждому вокалисту проявить себя. Мы уже не первый год участвуем на этом конкурсе. В прошлый год мы занимали первые места. Нам очень нравится. Я первый раз участвую, и мне очень нравится, потому что хор – это прежде всего командная работа, которая очень сплачивает людей. Основная задача – это поделиться друг с другом своим творчеством, послушать, чтобы коллективы послушали друг друга, выступить перед профессиональным жюри, чтобы оценили уровень работы каждого коллектива. Все очень хотят петь, все рады нашей встречи. И вот это вот то, что дети делятся друг с другом, слушают друг друга, это тоже вот как бы один из показателей дальнейшего роста каждого коллектива. В ежегодном фестивале-конкурсе приняли участие 16 детских хоровых коллективов музыкальных школ и школ искусств городского округа Люберцы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.